18 марта Республика Дагестан включилась в чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2024. Так, в колледже машиностроения и сервиса имени Серго Орджоникидзе города Каспийска проходит уже второй день состязаний по трем направлениям – токарная, фрезерная работа, а также инженерный дизайн. В конкурсе принимают участие студенты со всей республики. Лучшие из них будет представлять республику в Москве. Чемпионат будет проходить неделю. Все 6 чемпионатных дней будут загружены для наших участников. 8 часов будут соревноваться токари, и также 8 часов будут соревноваться фрезеровщики и инженеры-дизайнеры. Принимают участие в этом году у нас более 300 человек, но на региональный этап попали 5 лучших. На данный момент в колледже проходит региональный этап, где 15 лучших студентов республики будут бороться за место лучшего специалиста. Соревнуются ребята с изготовлением деталей с заданными параметрами. У каждого свое отведенное время, за это время они должны выполнить свое задание. После выполнения сдается деталь, и, собственно, эксперты делают замеры деталей и выставляют баллы. Сегодня вчерашняя группа, да, выполняет замеры с других деталей, у них второй модуль идет. Второй модуль – это у нас замер уже готовой детали, которую предоставляет сама площадка, то есть эксперты. Данный конкурс позволит раскрыть студентам свой потенциал, повысить мастерство и познакомиться с лучшими практиками. Кроме того, создать что-то новое и развивать навыки. Так, студенты колледжа республики поделились с нашей съемочной группой процессы соревнований. Занимаемся измерением деталей модулем Б. Вчера мы занимались изготовлением деталей на станке. Сейчас измеряем, заносим в таблицу. А как называется? Просто у нас набросок деталей. Надо изготовить несколько элементов. Резьбу, канавки, ну и так далее. Просверлить и фрезерование. Сейчас я занимаюсь металлоконструкциями. Собираю балку, вышку. Сейчас я делаю металлоконструкцию. Делаю одну из комплектаций их, балку. Это ты вчера и сегодня, да, делал? Нет, вчера мы делали модуль первый, это у нас был гидрант. Отметим, что завершится конкурс в конце марта текущего года. По итогам данного состязания победители и призеры получат возможность пройти стажировку и найти работу мечты в ведущих компаниях страны.